Ну что, ребята, а как вы там день провели? Давайте это страшные истории, страшные истории. Не-не-не, страшных историй не будет. Давайте, недавно я, короче, там, взорвал ядерку ровно на крыше этой палатки. Да. Не перебивай меня, корлик, блин. Я всем по бекону раздаю, бекончик, бекончик. Заслужили. Еще вот здесь вот последний готовится. Вот остальные супчики, давайте. Вот один, супчик, второй. Супчик. Вот вам по супчику, по супчику. Так, ладно, я пойду, наверное, да? Не-не-не-не-не-не-не-не-не, стой, корлик. Это так можно. Ты никуда не уходи, мы тут Аню позовем, вас одних в палатке оставим, все будет нормально, все будет шикарнейше просто. Да, все нормально будет. Да, что нафиг за пикник? Не переживайте, все нормально будет. Тебе ничего не досталось, на тебе дощик. Осуждаю. А тебе бекон? Господи, какая ты страшная. На, дошик поешь. Какого фига я один? А вот? Да. Ну то лох, что? Конечно. Это чё, покушай. Супчик не знаю. Сам слышишь, что ты не объелся, что ли, там супчика, я понять не могу. Вот, ну что, мои хорошенькие, проходите. Сегодня я один, и сегодня я вас тут нафиг... Туда. Ребята, если мы выиграем, я всем рамена дам, всем абсолютно. Будет по 10 рамена каждому. О, бекончика, сила святого бога. Почему у меня электрод? Почему у меня электрод на спине? Что за хрень? А, все пропало. Давай, ты на... Откуда ты? У меня ТНТ, Вадим, у меня это 2 ТНТ маленьких Владимир. Сила святого бекончика! Они на меня! Откуда тут бекон? Розыгрыш в игру флот. Давайте, 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 давайте. Опачки. Откуда? Чего? Почему? А что? Вот извело пчелы, что за хрень? Он точно использовал? Он использовал. Он 3 раза использовал. А что за хрень? Вначале же еще. Ну нафиг, зайти. Туда. Я просто профи. Вы поняли, да? Вы поняли? Я тебя огорчу. Вы поняли смысл сейчас? У меня одна жизнь. Вот пусть Макс идет. Давайте. Идите. Не идите. Нет. Вот туда тебе, Макс. Извини, Корлик. Сосиску тесть потом. Просто... Я даже на мышку не активировал, он просто упал. Сейчас что было? Ой. Я гений. Ладно. Я первый. Хорошо. Давай, иди. Как вы поняли, у меня есть специальная кнопочка, которая, естественно, перезаряжает все ловушечки. Папа, Жорж. Давайте здесь посидим. Жорж. Макс Фокс, ты гений, спасибо. Туда. Вставай. Ну все, ладно. Пусть он там стоит. Я его заклинаю. Давайте. Ну, проходите. Попробуйте пройти сегодня. Да идите уже, я его отвлекаю. Раз я сегодня один, я вас победю. Опа! Я жив! Ура! Я жив! Почему сервер так лагает? А что? Слушай, а что с сервером? Почему так сервер лагает? Ловушки по... Люди попадаются вообще-то глупо. Такой. О, Варвар-то! А. Варвара. Ладно, обидно. Так, оп, обидно. Не попал в тебя. Ну ладно. Ой, минус один, чё у нас? А, да? Серьезно? Ну, я видел. Испугались. Макс Фокси Чик, давай обратненько. Ты куда? Нет. Да. Не за что, Флорд. Ааа...
Так, давайте. Кролик, ты мне кажется, немножко не за тех играешь. Ну, может, ай. Что? Ебан. Ничего себе, сервер лагает. Блин, вообще сервер лагает, пипец. Просто лаги невообразимые. Почему-то ловушки. У нас ловушки несколько раз. Я вообще, ну, слушай, это что-то вот ненормально. Я не знаю, мне кажется, серверу плохо, просто там серверу плоховато немножко. Ой, а как оно снова активировалось? Я не понял. Не понял. Вообще не понял. Как? Ладно, проходим дальше, хорошо. Давайте вызываем. Оп. Я буду жить. О, они сверху падают, оказывается. Не понял. Да нафиг ты, тварь такая! Нифига сервер лагает у нас. Пипец сервер лагает. Ё-моё, как лагает сервер. Ой, как сервер лагает. Там происходит. Офигеть. А что так сервер-то сильно лагает? Ошалеть. Это что такое? Как сервер-то так? Ой, кролик! Нафиг, как, что за хрень? Сервер лагает. Ты видел, как сервер лагает? Почему ты ловушку одну в 40 раз используешь? Ой, Барсик, ты видишь, как сервер лагает? Я что-то не помню такого, чтобы так сервера лагали, слушай, а? Я вообще что-то не помню как-то. Происходит. Ничего. Проходите! Да нафиг! Полетел. Нет! Оп. Нет! Так, погнали дальше. А чё? Не понял. Побежали. Испугались. Жорика, точнее, Габриэля испугались. Так, а сколько у вас вообще... Серьезно? Нифига, чел на пустом месте умер. Прикинь, просто шел и просто умер. Офигеть, как-то. Лера, давайте, у вас время как бы не резиновое. Да, о, их подладно. Бегите на месте, бегите. Пропускаю я вас, пропускаю. Ловушка это использовала. Все, пропускаю, хорошо. Я прям вот пропускаю вас, все, давайте, все. Ну, со всеми бывает. Вы понимаете, сервер немножко лагает. Ну, вот просто как бы вот так берешь и вот прям вот лагает. Прям лагает, да? Да? Ну, с кем, как говорится, не бывает. Проходите, давайте. Да, у вас тут ловушечки мои молчаливые. Ой. Что, не заморозились? Оп. Чё-то вы меня вообще сегодня не можете выиграть. Ну, прям вот, вы чё-то вообще не можете меня сегодня выиграть. Повезло. Слушай, Кролик, а чё ты сервера отложил? Зачем? Извините, но бывает, но я хотел пентагон взломать, но в итоге как-то так произошло. Тебе говорили, что работает, не трогай, пусть работает, а ты что? Подожди, нельзя взломать то, что и так не работает. Оно работало, но я виноват, что оно работает. Вот я и взломал случайно, но оно работало, я не виноват. Лера, к Шреку пойдешь? Угол! Ты что, совсем дундук? Нет, я не дундук. Чё ты своим шашлыком мне в лицо тыкаешь? Чё ты тыкаешь мне своим шашлыком в лицо? Давай, проходи дальше. Лера, Валера, давай, проходи быстрее. Ну ты чё стоишь все время, как бы течёт водичка, кап-кап, время. Время кап-кап, водичка. Оп, течёт кап-кап, время, водичка. Оп. Сервер лагает вообще, прикиньте, как лагает. Я вообще в шоке. Как сервер-то лагает? Ё-моё, Лера, давай, проходи. Давай. Ну, у тебя времени как бы там тютельку в тютельку с тютелькой и с тётенькой там осталось вообще мало. Так что ты не выиграешь и так, можно смириться. Можно тебе просто все ловушки активировать, мне как-то все равно. Обосралась? Можно вот эту ловушку активировать. Можно заодно активировать вот эту ловушку. Ой, сам себя буду стрелять. Так, можно вот эту ловушку активировать. Ну это же все равно, да, Лера? Ну ладно, вон там. Летят птички, там бобить поросят. Что такое? Эту ловушку можно активировать вообще. Как бы... Бай-бай. Пойдем. А?
Ясно. Капец, сервер лагает. Флор, у меня нафиг, что нафиг? Ну я даже не знаю, сервер прям какой-то лагает. У меня тут вопрос, что ты там наподлил себе, что ты там намусолил, что ты там насолил так? Что ты там с сервером сделал? Да я не знаю, ну иди искупнись там, мне скажи. Там этот сервер плохо ломать, все капец, я второй раунд начинать. Взорву. Куда полетел? Вот ты, Флорд, ты по решению всей партии меня и кроль. Ты лишён миски и кошки жены. Ты понял меня? Ты понял? Ах ты ж нехороший человек. Дай мне твой риск с кошки жены. Риску миски и кошки жены. Все, ты лишён. Ты не изгоняешься из партии. Все, ты недостойный. Я блин, виноват то, что сервер лагает. Я понимаю то, что Джамшут Ахмед не может починить мне сервер. А я знаю почему. Рассказывай, в чем проблема. Давай, я тоже пристрелю. Давай, попробуй. Быстро. Здесь все деньги на базу. Попробуй, пристрели. Куда? Вот, дай тоже. Отдай тоже. Нет. Ага, не стреляйте. У вас уже время идет. Смотрите, как время хорошо у вас идет вообще, да? Ой, ладно, ребят, все. Как кайфово. Вообще милку. Испинайте до смерти, пожалуйста, бедного вот этого человека. Ой. Да он снова читерит по-любому, я прям чувствую. Я прям чувствую то, что он опять читерит. Курлик, я же говорил! Не-не-не-не-не! Я же говорил то, что он читерит опять. Читерит, мелкий, я тебе шапку сломаю. Ой. Нафиг! Лорд. Сервер лагает, я даже не знаю. Нет, не лагает, ты просто читак. Нет, это Сим. Ты читак. Я вообще... Мама, я от тебя уйду. Я от тебя уйду. В этой жизни. Вот ты плохая. А я хорошая. Ну это сервер лагает, но я виноват, что ли, то, что тут вот такие проблемы. Флор, а что это у тебя за штучка белая в руках была? Рассказывай давай, я тут пристрелю. О, Коми, у тебя тоже есть. Голубиная какашка. Я дальше. Стрелу забери свою. Ой. Стрелу забери свою. Давай, бегут. А почему кролик летает? Бегут. Я сам не понимаю. Кролик. Те литры. Откуда? Не вот ничего, у меня вопрос такой. Читак, хрен. Я ни о чем не понимаю, о чем ты вообще говоришь? Ну, типа, совсем он же читак, мы нафиг сразу прыгаете. Вы гений или кто? Сервер так хорошо лагает. Флор, я тебе в этой жизни шапку сломаю, реально. И еще очко, понял? Так хорошо сервер лагает вообще. Да ненавижу я твой сервер. Я ухожу. Мелкун, как сервер хорошо лагает. Сервер очень сильно лагает. Люди, да не бегите вы назад, вы нафиг назад-то бегаете и вперед. Как сервер лагает, жесть, можно. Это ты лагаешь, Ой, как же сервер лагает? Смотрите, ловушки сами по себе начинают крутиться, вертеться, бегать. Я даже не знаю, как это. Ребят, нас зажали. Суппорт может заговорить. Тупо. Флорд, ты не замечаешь? Что я здесь буду ждать? Ну нафиг я здесь буду стоять. Просто тут. Ой-ой-ой. Не нужно. Надо было. Так, Корлик. Я тут, И литрки лаву выкинем. Брундрик. А где лава? А, ну сейчас лава, давай. Не-не, я тебя ловить не буду, давай. Да, окей. Фиги знаю. Я тебя не буду ловить. Я подожду. О, Милку на помощь пришёл. Я сзади, привет. Отойдите. Слушай, обратно давай. Что, видишь, я выкидываю, блин. Нет. Кнопка есть? А, ну, раз не, значит... Да. Давай банш, что ли. Давай. Я жду! Флорд, смотри. Давай. Избивать. Молодец. Еще вот это хатьфу. Хатьфу. Еще один литр. Да, это наш литр. Вот и две пары литра. Я не знаю. Давайте, проходите. Мама, за что ты так со мной? Да я не твоя мама. Ты меня не любишь? Мама, ты что? Мама, ты приемная. У тебя две жизни, у нас по одной. Кузя, знаешь, помнишь санкцию? Я, короче, бью, и ты улетаешь далеко на... Давай. Милкун, отойди. Милкун-то такой. Почему нет? Как сервер лагает, капец. Вы гений? Капец, как сервер лагает.
Сейчас можно. Ребята, голубиная хрень в руках была. У тебя есть голубиная какашка? С адреса. Как тут пройти? Это нереально. Сейчас еще. Иди тут. Нафиг, что это? Сервер лагает, капец. Давай пить. Время только не лагает. Давай пить. Оп, Жорж. Мелкун, ты гений. Давай. Никакого Жоржа. Никакого Жоржа. Никакого Жоржа. Это Жорж? Это Дрим? Слушай, Флорд, слушай. Это у меня есть бекон. У меня есть бекон. Ага, давай. А у тебя есть голубиная какашка? А, у меня есть голубиная какашка. Блин, нафиг, мне она очень нужна. Давай мы совершим обмен. Давай ты мне бекон, а я тебе ничего. Нет. Вот такой обмен меня устраивает. Не хочу такой обмен. Кузнец. Да? Кролик. Кузнец, иди сюда, подойди сюда. Давай, ты иди на ту сторону и тяни всех. Окей, окей, давай, 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 мне нравится. Ну всё, ребят. Давай. Я на слабоне летаю. Прекрасный вид называется. Нет. А, вы что думали, я сервер залагал? Да нет, сервер не залагал. Ну это он что-то, кузнец. Давай. Не знаю, там магия, вне Хогвартса, куда бы все побежали нафиг. Эй, магию, знаешь, магию, знаешь, куда засунул? Оп. Я нифига тебе не шляп. Ну что, читать. Гений, да. Эй! А чё, вы думали, сервер лагает? Да это ты лагаешь! Да это сервер лагает, я ничего не знаю, вы чё на меня валите, блин? Тут сервер лагает, тут хостингу плохо. Мама, я тебя бедом сдам, поняла? Это наоборот работает немножко. Флорд! Флорд! Я не знаю. Давай, давай поговорим с тобой. По душам. Нет, не вот так вот. По-другому по душам. По-другому по душам. Смотри мне в глаза. Ну, в один глаз, в один давай, глаз. Хорошо. Давай, давай, давай. Смотри, у меня есть очень вкусный рамен. Давайте, идите, идите, чё вы стоите? У меня есть очень вкусный рамен. Да чё вы стоите, блин, идите. У меня есть очень вкусный рамен. Смотри мне в глаз, смотри. У меня очень вкусный рамен. Лера, иди, давай, 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 иди. Сколько там осталось? Ну, нас осталось много. У меня есть очень вкусный рамен. Ну, давай, у тебя есть вкусный рамен. Дальше давай. Да, у меня есть вкусный рамен. А Лера почему-то не бежит. Беги, Лера. А у тебя есть очень вкусный... Ну, не очень вкусный... просто глубинный какашки. И также у меня есть очень вкусный бекон. Ты посмотри. Ой, бекон такой вкусный. У, не могу. Ой, да, прям да, вообще... Да, очень вкусный. Смотри мне в глаз. В глаз мне смотри. Давай, смотрю тебе. Лера, блин, беги, беги. Смотри мне в глаз. У нас время заканчивается, беги! Ай. В глаз мне, смотри в глаз. Флорд, я не могу разговаривать с людьми, если они мне не смотрят в глаз. Я тебе смотрю в глаз. Спасибо, Лера. Тебе, что тянешь время. Лера, блин, не идет. Лера, беги быстро. А Корлик где? Корлик, я прям на этой ловушке не туда и прыгнул случайно. Ой. Вперед. Да. Флорд, иди сюда и смотри мне в глаз. В глаз мне смотри. Иди туда, я на воде. Я не знаю, Валера, Лера разговаривать что ли не умеет? Она, Лера, она не моя. Лера, беги. Я Америка! Ой! Лера, блин, сейчас я сам тебя столкну, если ты не побежишь. Я тебя боюсь, ну, ладно. Не трожь меня. Не трожь, короче, Лера, душу. Не трожь, Лера, твоя душу. Задача заговаривать вот этого человека. Он сейчас нас точно не слышит. Ты же нас не слышишь, да? А где я? Кто? Ой, сервер вот, лагает. Ой. Так вот, заговаривай его. Ой. И пока ой. Что короче, я пытаюсь пройти. Короче, история. Жили-были, не тужили. Тебе уже есть смысл заговаривать, кузнец, сам же был больше нет. Да мне пофиг. Короче, у меня произошла история. Ой, у меня микрофон упал. Мне купили пачку Орео, да? Вопрос, что мне с ней делать? Есть или оставлять на память? Продай, продай на черном рынке. Не отдай. Блин, отдай мне на органы не хочется сдавать. Ладно. Продай на черном рынке. Да неинтересно, смотри. Мне нужна тебе вот такая штука. Зачем? Чтобы продавать. А зачем продавать? Чтобы получать деньги. Вопрос, она у тебя есть? Его только у меня только голубиная какашка есть и все. Да не нужна мне. Фу, тогда я буду в углу стоять. Ребят, короче, я буду по приколу так вам тянуть время. Сейчас, чтобы вы наблюдали, как я стою красиво. Ой, я случайно убегаю вперед. Беги, давай, Лера, ой, беги. Я случайно убегаю вперед. Ой. Беги, давай, беги, ой, беги. Ой, я случайно пропускаю Леру через село.
Это, блин. Сама легкая ловушка. Ладно, я понял. Сама легкая ловушка. Сервер лагает вообще.